Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет. И пришла ко мне посылочка очередная. Пришел ко мне 6303, наконец-то. Пришел довольно-таки быстро. Я думал, будет дольше идти, потому что сейчас на почте такие задержки идут. Ну, как мы видим, пришел срок. Вернее, как я вижу, вы-то не знаете, за сколько дней он пришел. Вот. А я, блин, не помню. Надо посмотреть. Но быстро пришел. По ощущениям. Вот. Так, что тут у нас? Как всегда, синяя коробочка такая вот. Бонжур, хола, ола. Nokia 6303 там стоит маркер. Все дела. Так, как у нас по комплектации, конечно же, как всегда, не густо. Вот у нас сам телефончик. Наушники у нас обычные. Так, они тут Nokia идут, типа, с гарнитурой, зарядка, USB кабель и мануал. Ну, собственно, все. Все, что тут есть. Закрываем. Закрываем. Ну, давай. Откладываем в стороночку и смотрим наш телефончик. Я тут решил проверить немножко. Вот. Взвесить аппаратик. Посмотреть, что там у нас по весу. Такой вот у нас в черном корпусе пришел телефончик. Так, на камере, конечно, неудобно немножко. Так, ладно. Она у меня просто повернута, поэтому вот такой вот у нас аппаратик, пленочка, все дела. На камере пленка, на вспышке пленка. Все у нас кнопочка включения-выключения. Здесь у нас качелька громкости. Так, тут крышечка что-то приоткрыта. А, там у нас это самое. Заклеили. Вот все время, блин, у меня проблема с этой долбаной крышкой. Никак не привыкну ее открывать. Уже не первый раз телефон приходит. Вот, сейчас мы батарейку назад ставим. Ставим. А как у нас тут все в порядке? Так, вроде все. Закрываем обратно. Так, а как же? Ага, вот отсюда. Конструкция такая. Ёлкина. Зеленый. Так, ну ладно. Вот такой вот у нас аппаратик, включаем его. Ну-ка, так, все, врубился сейчас, мы пока наши. Ага, батарея разряжена. Аку, телефон, оху, еще и немецкий язык стоит, ничего себе. Короче, капец. Так, сейчас мы взвесим немножечко. Сейчас посмотрим наши весы. Заглянем в интернет, сколько он весит, вот. Чтобы вы видели, там на Яндекс.Маркете смотрю, он у нас весит, ну-ка, где там у нас, 96 граммов, если увидели. Вон, сейчас пальцем даже тыкну, о, 96 грамм. Ну, это, конечно же, может быть плюс-минус, а может и нет. О, почти точно как в аптеке, 94 грамма, сейчас даже увеличу. Чтобы вы посмотрели. Увидели? 94 грамма. На 2 грамма меньше. Ну, это погрешность, в принципе. 2 грамма, это не страшно. Это так. Так что в некоторых источниках там тоже смотришь, что где 92 пишут, где 94. Может быть, еще от весов зависит. Вот, потому что ну, стол вроде ровно стоит, не знаю. А ну-ка, сейчас мы еще, а так, а, все на 94, а так еще, а, ого, а так все 101 грамм, а так, 98, так, ну ладно, в принципе, 96 грамм, может, я не знаю, его взвешивали там в чем-то, в какой-то этот самый, может, что-то не вытащит. Ну, короче, это погрешность, 2 грамма я вообще не беру в расчет, потому что 2 грамма это... Это так.
нормальный аппарат, все весит так, как надо, короче, 94 грамма мы имеем, так что, может, у нас еще весы так посчитали. Так, а ну, а сколько можешь весить без корпуса, без этого, без чехла, сейчас глянем, сколько моя бандура весит. А моя бандура 100, ага, весы колбасят. А что их колбасит? Что-то весы глючат. Непонятно. То ли неровно поставил. Ну, вроде ровно стоят. Стол не шатается. Сейчас мы уложим. Так, а. 160. Да что ж такое? Ну, ты чего? Странно. Так. А так уже 95 граммов. Короче, весы выпендриваются. 95 грамм у нас здесь сейчас показывает. Вот, а на этом что-то... А ну, мы вот так положим. Угу. А если нормально положить? А, все, понял. А может и не понял ни хрена. Короче, тут непонятная фиговина какая-то. Угу. Короче, не важно, ладно. Что-то я не пойму. Главное, здесь такого нету скачка. А тут начинают скакать. В чем дело, не пойму. Может, из-за чего-то там. Этот самый. А ну, сейчас чехольчик попробуем. Ну, чехол нормально. Взвешивает. Я, короче, понял. Скорее всего, наверное, реагирует на радиомодуль. Тут у меня два радиомодуля, может, как-то там сигнал что-то там того влияет на этот самый магнитный этот, короче, тишу у них там, в общем, перебивает и глючит, точнее, потому что этот взвешиваешь, тут нормально, но тут сим-карта не стоит. И сейчас, вот, сейчас 94 грамма показывает. Так, ну нормально, короче, значит, понятно. В общем, что-то дело, в общем, с телефоном, не хочет контактировать он с весами, видать, сигнал или что там, короче, их там немножко колбасить начинает. А так они работают нормально. Вот сейчас еще, например, коробочку здесь. Вот. 135 граммов, скачков никаких нет. А там скачки есть. Тут нормально все, ровненько показывает. Я вот надавил, раз, в исходное положение вернуло, 135 грамм. Так, в общем, вот так вот. Короче, я сейчас поставлю этот телефон на зарядочку. И там уже пробежимся немножко по этим самым. А может и не буду ставить. Думаю, заряда нам хватит. Я лучше потом его заряжу. Вот, сейчас мы... А хрен мы его зарядим сейчас. То есть, прошу прощения. Хрен мы его сейчас посмотрим. Мы его будем заряжать. Так что я пока... Не, нифига. Мы его все-таки посмотрим. Все в порядке. Так, заходим в менюшечку. Вот у нас менюшечка такая. Нам надо язык выставить. А, так как это немецкий язык, ё-моё, профайл в темах надо искать, по-моему, или не в темах, профайл, а куда же заходить-то, ёлы-пал, немецкий язык стоит, хе-хе. Так, ладно, ага, нам в телефон надо, кажется, дисплей. Так, блин, вот уже гамадриллиада, ну просто капец какой-то, конфигурации, а что у нас конфигурация, стандарт, блин. Короче, ладно, телефон тут у нас рабочий, все дела, я, в общем, там еще погляжу, поклацаю, в общем, менюшку, те, кто уже пользовался этим телефоном, и так знают, что это такое, в общем, менюшечка, все эти... Все такое, все, я думаю, здесь работает, звук работает, проверю потом. Если не работает, я обязательно еще дополню ролик, если что-то не будет работать. Если не дополню, значит, все в порядке. Так что вот такой вот у нас 6303 Nokia пришел. Внешний вид мне нравится, выглядит хорошо. Так, все кликабельно, кнопочки нормально работают. И что самое главное, здесь есть русские буковки. Это, кстати, вот, смотрите. Чтобы вы видели, что это не какое-то там лазерное нанесение, то есть красочка, все как положено, все нормально. Вот такой вот у нас телефончик. Всем спасибо, пока!
понравилось видео, ставь палец вверх и подписывайся на канал.